пасмурный день – не повод для расстройства, тем более для отмены праздника. Жителям Алексеевки по силам даже погоду убедить – праздник должен состояться. Я сегодня вышел и помолился, говорю: Господь, дай погоду хорошую, потому что такой праздник для города. И я прославлю Твое имя. И Он дал чудную солнечную погоду. Это разве не чудо? День рождения микрорайона и день рождения города. Жители Алексеевки отметили сразу два праздника. На новой детской площадке накрыли столы со сладким угощением для детей, активистов и ветеранов. Память погибших в войне почтили минутой молчания. В сентябре, в этом сентябре начинается цикл мероприятий, посвященных 70-летней годовщине освобождения Анапы и Анапского района от немецко-фашистских захватчиков. В августе 1942 года Анапу постигло страшное несчастье. Пришли страшные суровые дни оккупации, которая продлилась 13 трагических месяцев. Страшное слово «война». Мне бы искренне хотелось, чтобы наши дети, наши внуки ни в коем случае никогда бы не узнали, что такое война, и не знали бы подлинного смысла этого слова. Активистов микрорайона отметили благодарностями и грамотами. Их работа – вклад в развитие микрорайона и города. И здесь важна любая помощь. Кто-то организует праздники для детей, кто-то заботится о благоустройстве. У нас очень дружные люди в микрорайоне живут. Все болеют душой за наш микрорайон. Все стараются, чтобы у нас было чисто, красиво. У нас есть мужчина, который косит траву. Он у нас, безвозмездно это все делает. Да, мы его просим, он с удовольствием. Он обкашивает нам площадки детские. Организационные способности председателя территориального органа самоуправления Людмилы Лазебник отметили в администрации. Отмечают жители микрорайона и близкая подруга героини Лилия Носенко. Ой, Людмила Петровна, это вообще батарейка какая-то. Она постоянно на велосипеде. Она очень как-то сплочает людей, она очень веселый, доброжелательный человек, душевный человек, всегда поможет, всегда расскажешь ей, всегда, человек с большой буквы. И жизнь микрорайона благодаря хорошему организатору интересная. Главный принцип – все вместе. Символические значки с георгиевской лентой, такие у всех детей на празднике, Елена Иванова сделала сама. Готовились вчера к сегодняшнему дню, к празднику. Все помогали, бабушка, мама. Поздравить жителей Алексеевки пришли соседи по району. Старая традиция тосовцев – приглашать друг друга в гости и вместе отмечать значимые события. Здоровье, терпение, ясного солнечного неба. Всего-всего самого хорошего в жизни. Наталья Бухальская, Александр Кореневский, Анапа регион.